Итак, увещеваю вас, не будем оскорблять этого праздника, но станем соблюдать любомудрие, достойное благ, дарованных нам благодатью Христовою. Не будем предаваться пьянству и обедению, но представляя себе щедрость владыки, как он одинаково почтил и богатых, и бедных, и рабов, и свободных, и всем сообщил общий дар, воздадим благодетелю за его благоволение к нам. А достаточное воздаяние, благоугодная ему жизнь и душа трезвенная и бодрая. Для такого праздника и торжества нужны не деньги, не издержки, а одно доброе расположение и чистый ум. Здесь предлагается для приобретения не что-нибудь вещественное, но все духовное. Слушание божественных изречений, молитвы отцов, благословение священников, приобщение божественных и неизреченных таинств, мир и единомыслие, дары духовные и достойные щедрости дарующего. Будем же праздновать этот праздник, который воскрес Господь. Он воскрес и воскресил вместе с собой вселенную. Сам он воскрес, расторгнув узы смерти, и нас воскресил, расторгнув сети наших грехов. Адам согрешил и умер. Христос не согрешил и также умер. Это необычайно и дивно. Тот согрешил и умер, а этот не согрешил и также умер. Почему и для чего? Для того, чтобы согрешивший и умерший мог через несогрешившего и умершего освободиться от уз смерти. Так часто бывает и с денежными, с должниками. Должен кто-нибудь кому-нибудь серебро и не может заплатить, и за это задерживается. А другой, не будучи должником, но имея возможность заплатить, уплачивает и освобождает виновного. Так было и с Адамом, и с Христом. Адам сделался должником, повинным смерти, и был во власти дьявола. Христос не был должником и не находился в его власти, но пришел и уплатил смертью за находившегося в его власти, чтобы освободить человека от уст смерти. Видишь ли действие воскресения? Видишь ли человеколюбие владыки? Видишь ли величие его попечения? Не будем же неблагодарными к такому благодетелю. И потому, что прошел пост, не будем нерадивы, но теперь еще больше, нежели прежде, будем пищить о душе, чтобы она в то время, когда уточняется плоть, не сделалась немощную, чтобы нам, заботясь о рабе, не пренебрегать госпожою. Что пользы, скажи мне, расторгаться от пресыщения через меру и приступать к пределу потребности? Это и телу вредит, и душу лишает благородства. Будем довольствоваться умеренным и потребным, чтобы и душе, и телу доставлять столько, сколько нужно, чтобы вдруг не растратить всего добра, приобретенного постом. Не запрещаю ли я наслаждаться пищей и вдохновением? Я не запрещаю этого, но увещеваю ограничиться потребностью и избежать великой роскоши, чтобы, приступая меру, не повредить здравию души. Ведь тот, кто приступает к пределу потребности, потом уже не в состоянии будет вкушать удовольствие. Это особенно хорошо знают те, которые сами испытали это, получив себе через это бесчисленные виды болезней и подвергшись многим страданиям. Впрочем, я не сомневаюсь, что вы послушаетесь наших увещеваний, потому что знаю ваше послушание. Христос воскрес! Воистину воскрес!